Ананд чинмая расо пратибхавитави ставирья ева нижарупаттая калави голока ева нивасати ахилатма бхуто говиндам адипурушам тамахам бхаями Ананд чинмая расо пратибхавитави ставирья ева нижарупаттая калави Голоко ева нивасати ахилатма бхуто говиндам адипурушам тамахам бхаями. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру. Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал: Харибаджан – это не нечто показное. Кто есть Кришна? Те, кто не осознали этого, не могут правильно воспринять Рагануга, путь Рагануг. Для них это просто болтовня. Насколько уникален Кришна? Те, кто не поняли этого, не осознали, все их усилия совершать Рагануга Баджан — ничто иное, как простая болтовня. В действительности, как мы уже говорили, Кришна — нематериальный объект. Все его игры, его имена, его облик трансцендентны, апракрита. Мы не можем понять, что есть апракрита васту в нашем материальном состоянии и положении. Как я уже много раз говорил, шлока, который я начал, очень важна. Она из Брахма Самхиты. Не думайте, что Кришна — материальный герой, который играет с женщинами. Такое мышление приведет вас в ад незамедлительно. Будьте осторожны. В Бхагаватам сказано, что Кришна — это Адвая Гьяна Татва. Существует одна уникальная татва, и в ней присутствует множество, великое множество татв. Нет, это не значит, что если вы видите какие-то различия, какое-то множество, множественность различий, вы не должны думать, что в этом присутствует какая-то ошибка, что это неправильно. Когда вы сможете обрести милость, прямую реализацию, только тогда вы сможете это осознать. Как сказал только что Прабхупада, Харибаджан — это не нечто внешнее. Насколько уникальный Кришна. Если у меня нет понимания этого, как же я могу совершать Рагануга, Рупануга, Баджан? Это невозможно. Правда, что в Бхагавад-гите сказано, Бхагаван говорит,
если кто-то будет думать обо мне в момент смерти, для него не будет никаких проблем. Настя означает несомненно, никаких сомнений. Если в момент смерти кто-то будет помнить обо мне, определенно он достигнет меня. В этом нет никаких сомнений. Я провозглашаю это. В следующей шлоке Кришна говорит, что материальные люди думают материальные мысли. Но те, кто осознали, что в этой жизни мы должны обрести Кришну, Прабхупада объясняет, что должна быть сильная решимость, что в этой жизни мы должны достигнуть Кришну, потому что кто может сказать, что когда-нибудь у нас возникнет такая же возможность, как сейчас? Возможно, я скоро оставлю тело. Тогда зачем же мне тратить его на бессмысленные вещи, которые никак не связаны с Харибаджаном? Бхагаван Шри Кришна говорит, если кто-то будет думать, если человек будет думать, о чем бы человек ни думал в момент смерти, он достигнет этого состояния. Это подобно материи, вишая. Материя — непростая вещь. Чатуршан спрашивает Брамаджи на берегу Саровара, прекрасного пруда, озера. Чатуршан спрашивает Брамаджи, пожалуйста, не мог бы ты рассказать мне, как материя входит в ум, как сердце привлекается материей? Материя входит в ум. В то время как это абсолютно разные вещи по своей природе. Когда ум в осквернённом состоянии, на самом деле, для чистого преданного невозможно привлечься материальными вещами. Это просто невозможно. Потому что он уже привлечен уникальностью Кришны. Если вы привлечены Кришной, если вы привлечены фруктами, цветами, как же вы можете привлечься испражнениями? Это просто невозможно. Поэтому Чатуршан задает этот вопрос. Но в тот момент Брама был очень занят. Он был расстроен. Он думал о проблемах творения. Поэтому Брама не смог понять причину этого вопроса. И если бы он не ответил на вопрос Чатуршана, это было бы оскорблением, поэтому он вспомнил
лотосные стопы Шри Кришны. Кришна сказал, если ты будешь взаимодействовать, Кришна дал такое благословение Брамаджи, если ты будешь взаимодействовать с материей, она не будет тебя беспокоить так или иначе. Таково мое благословение. Поэтому Брамаджи преданный, и в то же самое время он исполняет служение, у него есть работа. И в этот момент Брамаджи сосредоточился на лотосных стопах Шри Кришны. И Господь Кришна появился в этом озере в форме лебедя. И он сказал нечто прекрасное. Как же возможно, что лебедь говорит такие прекрасные вещи, так здорово говорит. Чатурша начал задавать вопросы этому лебедю. Спросил, кто ты? Кобаван на санскрите. Это звучит так. Это баван, значит, вежливое обращение. Ты говоришь такие замечательные вещи, кто ты? И лебедь ответил. Уместны твои вопросы или нет? Хороший ли вопрос ты задал или нет? Нет ничего, кроме Адвайгьяна Таттвы. Как же этот вопрос можно задавать? Кто ты? Кто ты? Если я у тебя спрошу, кто ты, Чатуршин? Это неприменимый вопрос. На материальной платформе мы можем сказать, что вот я тот-то, тот-то, свою идентификацию назвать. Но нам не интересны материальные идентификации, отождествления. Санатан Госвами задает вопрос Господа, на самом деле он не глуп. Он не спрашивает о материальных вещах. Он спрашивает кеми, то есть он спрашивает, кто я есть. Это не означает, что он спрашивает, что он не знает, что он санатан, что он работает там-то, там-то, живет там-то, там-то. Речь идет о том, что об атме идет речь. И любит спрашивает. Есть ли что-то, кроме Адвайгьяна Таттвы? Нет. Тогда какой смысл в твоем вопросе? Чатуршин был поражен. Когда вы что-то красите, то есть, когда вы что-то красите, если вы зеленым покрасите на белый цвет покрасите зеленым. И всем понять пример. Бхактивинода Тхакур говорит, что ум очень... То есть ум такая вещь, что с кем бы вы не пришли во взаимодействие, вы что-то черпаете из этого общения. То есть, как бы ум ваш приобретает определенный оттенок в соответствии с тем, с кем вы общались. А Джамил был прекрасным человеком. Его поведение было хорошим, он был брахманическим
сыном. И как же было возможно, что в конце концов он увидел нехорошую сцену. Когда, то есть, он родился в такой семье, что его родители были браманами, они следовали всем правильным предписаниям, но в конце концов он увидел некую сцену мужчины и женщины, и вследствие этого его ум изменился. Итак, как же это возможно, что материя входит в ум, в сердце, и как сердце может привлекаться материей? Те, кто не привлечены гуру вайшнавами, дам, намам, парикарам, для них те, кто привлечены всем этим, невозможно для них привлечься чем-то меньшим. Поэтому вновь и вновь я прошу вас, пытайтесь совершать только лишь саду-сангу, сад-сангу. Если вы заинтересованы в сад-санге, всю вашу жизнь, все ваше сердце будет изменено с помощью сатсанги. Вы получите возможность вкушать амриту. Если вы бегаете туда и сюда, то есть вы как-то смешиваете это в своей жизни, вы можете потерпеть неудачу, потому что это схоже с тем, что если одна ваша лодка стоит, одна ваша нога в одной лодке, вторая нога в другой лодке, и вы посреди реки. В конце концов, вы упадете. Вы можете упасть. It is true. Or if he is going to leave his body with some concentration of mind for any object of man or woman, he is going to be, colored up. His mind to be colored up. Когда он погружен в размышления о женщинах, мужчинах и так далее, он также приобретает некую окраску, и в момент смерти, если мы думаем об этом, это приведет нас к результатам соответствующим. Поэтому очень важно подумать об этом. В Чайтанья Чаритамрите также сказано, прошу прощения, это говорит Наротам Дас Такур. То, о чем я думаю в момент баджана, извините, в момент смерти, наверное, того мы и достигнем. Нет, я ошиблась. То, о чем мы думаем в момент нашей садханы, то мы и обретем. Если садхана совершенна, если цель ваша совершенна, в таком случае определенно ваш баджан приведет вас к совершенству.
То, о чем мы думаем, мы достигнем этой цели. Это таинство Рагамарга Баджана. Я уже приводил пример из Гиты. Патанджали Риши говорит то же самое. Это подтверждено шастрами, Гитой. Патанджали Риши говорит. В соответствии со своей бхавой он совершает баджан. В соответствии со своим баджаном вы можете обрести ситхи. Постоянно вы должны понимать, что Рагануга Баджаны очень серьезно, это очень серьезно. То, о чем я уже говорил, я даже стесняюсь этого, потому что очень почти невозможно заставить вас это понять. Вы должны стараться, и я должен стараться. В противном случае это не увенчается успехом. Невозможно просто. И тем не менее, мы не можем избежать того, чтобы материя входила в наш ум, когда но, так или иначе это приводит к осквернению. Например, лапа, пуджа и пратиштха — это тонкие препятствия, и это наиболее опасно. Вы не можете видеть этого. Но когда чистый саду взглянет на вас, увидит ваше поведение, характер, он сразу же все поймет. Но мы не можем понять. Материя может присутствовать, соприкасаться с нами в материальном и тонком плане. Поэтому Рагунада Гасай постоянно постоянно предупреждает нас. Манахшикша. О саду, если есть пратиштха, она подобна низкорожденной женщине. Если такая грязная женщина в форме лаби пратиштхи и так далее будет танцевать в твоем сердце, как же према сможет расплавить твое сердце? Как она сможет прийти туда? Поэтому в Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами Пад пишет: Бхукти и Мукти, ведьма, когда она захочет войти в мое сердце, когда она будет водрузиться там, как же Бхакти сможет коснуться сердца? Бхукти Мукти Сприха Явад Писачи Хидивартате Тавад
Ваше сердце не сможет расплавиться от бхакти. Вчера я обсуждал много, говорил много разных вещей. Также я хотела вам сказать на главный момент, что существует адираса, которая присутствует вечно. Вся раса вечно существует, но особенно адираса. Поэтому я говорила истории Махапрабху о том, как в Аллахабаде он встретился с пандитом. Этот пандит отвечает на вопрос Махапрабху. Я хочу знать о бхаджане. Он Расика Бхакта. Кто сможет ответить без расы? Кто может ответить на этот вопрос, не обладая расой? Шьямрупа высочайшая. Возраст 16 лет. Кришна постоянно остается в этом возрасте, несмотря на то, что ему уже больше 100 лет, но он всегда подобен 16-летнему мальчику. Он выглядит как 16-летний мальчик. Вы можете спросить, почему же ребенок рождается маленьким? Когда Кришна рождается, постепенно вырастает, становится взрослым. Все это вечно присутствует в духовном мире, но вы не сможете никогда найти Кришну старого в бесконечном мире. Как мы не можем сказать, где сейчас происходит Кришна-лила в данный момент. Сейчас я рассказываю Харикатху, и, возможно, сейчас в одной из брахманд Кришна принимает рождение. В другой брахманде Кришна играет с мальчиками-пастушками на полях. В какой-то брахманде Кришна являет свою брахманда-лилу. Бесконечные лилы Господь являет. Где-то Он присутствует. Я уже объяснил, что несмотря на то, что Кришна уходит раньше, чем ему исполняется 16 лет из Вриндавана, тем не менее, я уже объясняла это, что в действительности он, тело его полностью созрело. Мадхура-мандал — это не означает один лишь город. Сейчас, в наше время, Мадхура называют город, но раньше Мадхура — это была целая местность. Мадхура — высочайшая из всех святых мест. И какая же раса самая превосходная? Изначально
Кришна присутствует. Кришна всегда присутствовал. Мы знаем из Брахма Самхиты. Этот стих говорит нам, что Кришна — причина всех причин. Он присутствует вечно. Рагхупати Упадьяя получил милость Мадхавендра Пурипада. Сейчас он получает милость Шри Кришна Читания. И поэтому то, что он говорит, не может быть ложью. Кришна присутствует постоянно. Постарайтесь понять эти расчеты. Если Кришна изначален, Кришна изначально причина всех причин. В таком случае, Кришна означает, то есть Кришна присутствует, и само собой означает, что Шакти присутствует вместе с ним, пребывает в нем. То есть если есть Кришна, абсолютно точно, что Шакти присутствует в нем, пребывает в нем. Иногда она проявляется в форме любовных взаимоотношений. В соответствии с Веданта Сутрой мы знаем, что Шакти, Шакти Матор Абет. Нет разницы между Шакти и Шактиманом. Кто является владельцем этой Шакти? Кришна. Если мы это примем, определенно, что мы должны принять, что Шакти внутри Кришны. Все остальные Шакти проявляются постепенно, но изначальная Шакти — это Радхарани. Впоследствии приходит много других Шакти. Если я понимаю, что Кришна — изначальный Пуруша, и Радхарани всегда присутствует с Кришной. И если это так, то определенно Адираса присутствует. Мадхурас, Паракия Мадхурас. Мадхураса превосходна. Самое возвышенное. Я уже сказала, что это провозглашено, что Кришна единственный в этом материальном мире, то есть единственная причина всех причин, наверное. Кришна Адвайя Гьяна Татва. Нет ничего, кроме Кришны. Нет ничего, кроме Кришны. Тогда как можно выискивать ошибки в Кришне? Если нет ничего в этом мире, кроме Кришны, кто же будет выискивать недостатки в нем? Просто невозможно отыскать недостатков в Кришне, потому что в нем нет ничего несовершенного, ничего грязного. Если у нас нет правильного представления о Кришне, это говорит о том, что мы не можем понять основополагающие понимания, понятия Бхагавад-гиты. Адвайя Парараса — это совершенный сиддханта. Когда я говорю о Балдаджи Махарадже, не было какой-то даты, зафиксированной, когда был создан
духовный мир. В духовном мире все вечно, вечно присутствующее. Но по татве мы говорим, что Галокадама была создана Балдауджи Махараджем. Анантадев — это сам, он проявляется в форме Дхамы. И мы не можем найти никакой, то есть не можем, нет никакой даты создания духовного мира. Они существуют вечно. И когда я говорю о их возникновении, это не означает, что она в определенный момент была создана. Внутри. Я помню последнюю строку из Гиты. Вы можете найти Бхагавад-гите. Бхагаван Шри Кришна говорит: Ясмин гата, но нивартанти хуяха, тамива чадьям пурушам прападдир, ятаха прабритти прасита пурани. Парабхи Кешабхуси Махарадж very nicely explained this слока. Шипад Бхакти Прагьян Кеша Госвами Махарадж прекрасно объясняет эту шлоку. Если я хочу о ней поговорить, то я буду цитировать то, что говорит он. Нет никакой альтернативы, никакого другого пути. Кришна указывает на то, что вы должны делать. Он показывает, дает нам понять срочность, необходимость, экстренность. Бхагаван Шри Кришна — источник всех рас. И наша обязанность джив — искать его, эту татву. Искать эту татву, познать эту татву, стремиться к ней. Если я нахожусь в поисках лотосных стоп Шри Кришны, и в конце концов, мне не нужно будет приходить в этот материальный мир для того, чтобы получить этот опыт страданий. Если вы достигнете вечной обители, вы никогда больше не будете возвращаться в этот материальный мир. Чем больше вы принимаете логические интерпретации, то есть много несоответствий, имеется в виду, которые нужно примирить между собой. У меня нет времени отвечать. Столько вопросов, что нет времени даже отвечать на них. На простые вопросы, как вот мне задают, вы все должны смочь ответить. Должны ответить. Потому что вы слышите Харикатху. Итак, говорится в шлоке, что моя дхама, после достижения ее, вам не нужно будет возвращаться назад. В следующей линии говорится, в следующей строке говорится, я предаюсь
лотосным стопам изначальной истины Кришне. Он источник всех рас, раса Вайсаха. Адьям Пуруша. То есть, если он Ади Пуруша, значит, вся раса пребывает в нем. Это логически элементарные, элементарно понятные вещи. То есть, если 2 плюс 2 равняется 4, соответственно, отсюда следует эта логика. Простые подсчеты. Я собираюсь принять прибежище этой изначальной Пуруши. Пурани означает старый. Тут речь идет не о том, что кто-то состарился, а идет речь о том, что он вечный. Не в смысле, что Господь состарился, а в том, что смысл в том, что он вечный. Парампарипад Кешава Госвами Махарадж прекрасно описывает, да, прекрасно объясняет эту шлоку. Бхактинат Такур пишет Парампарипад Кешава Госвами Махарадж, он объясняет таким образом, так что вы можете понять, он дает вам возможность понять. Праврити. Главная раса. Если вы просто будете читать Бхагавад-гиту, вы не сможете найти такое объяснение этого слова. Но если вы прибегнете к помощи расикачарьев, таких как Джива Госвами, вы найдете в их комментариях это объяснение. Праврити. Это изначальная раса, Ади-раса, которая постоянно присутствует с Кришной. Прекрасное объяснение, несомненно. Вы должны помнить эти две шлоки, которые я выше перечислил. This way we'll have to learn, you know. So this way we can get some excellent meaning. So now, you see, there is one very vital point. If I don't ask, есть один важный момент. Если я сейчас об этом не скажу, то у вас будет недопонимание. Вы должны помнить, что изначально Хладини, Сандини, Самвит, Шакти, все они вечно пребывают с Кришной. Все Шакти, даже Дживатмы, которые нисходят, которые... Дживатмы — это тоже Шакти. Он и она, как мы сейчас различаем, это грубые концепции. Когда мы применяем вот это разделение, он, она, в действительности это неприменимо к атме, это применимо к грубому телу. Если мы посмотрим на атму, мы поймем, что она есть шакти. Кришна — это Пуруша, а мы шакти.
Хладини Самвит в Вишну Пуране сказано. Many times explained before, not now I am not. Now I like to quote one sloka. I say from Vishnu Puran, it's very good. From Chaitanya Charitamrita it is also written. Previous one is also from Vishnu Puran. It is commonly spoken by devotees. Those are speaking Harikatha. So Ladini Sandini Samvit. Хландини, Сандини, Самвит, Шакти. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что функция Хладини Шакти — приносить удовольствие Шри Кришне. Кришна получает удовольствие благодаря Хладини Шакти. Сандини Шакти. С помощью нее проявляется дхама. Даже в материальном мире мы можем также применить это значение слова. Хладини, постоянно Кришна занят, вовлечен во взаимоотношения с гопи. Кришна играет со своей тенью, как бы. Если я скажу «тень», вы можете задаться вопросом, но, тем не менее, если кто-то играет с тенью, со своей собственной тенью, в Бхагаватам приводится такой пример. Если вы играете со своей собственной тенью, все, что вы делаете, вы будете видеть отражение тени, что тень делает то же самое, повторяет за вами. И в этом заключается уникальность Шакти Татвы, что она неотделима от Кришны. В Упанишадах вы можете найти, как Кришна говорит, что «я один», который воплощается в разных формах. Раса изначально пребывает на Голоке. Радхарани, гопики играют с Кришной. И в этих лилах нет никакого сквернения, они чисты, они прекрасные. Но тем не менее, если вы найдете нечто подобное в этом материальном мире, это превратится в нечто негативное. В материальном мире есть много героев и героинь, и вся их деятельность грязная, оскверненная. Они отправятся в ад. И вся любовь, которая есть в этом мире, осквернена. Лайла Маджну, Джим Дела, различные истории Махарадж приводит различных героев индийского эпоса, индийской литературы. Все они осквернены, их отношения.
То, о чем мы говорим, применимо только к абсолютному герою, Кришне. В таком случае нет никакого вопроса об критицизме. Те, кто критикуют Кришну, они глупцы. Потому что они не понимают, что есть Апракрита Джагат, поэтому они вовлечены в критику. Они пытаются с помощью логики победить Майю. Это глупость. Чем больше вы будете получать милость Гуру и Вайшнава, тем больше вы будете освобождаться от Майи. В сердце придет удовлетворение Таттва Сиддханта. Если, то есть, мне нравится совершать баджан. И я хочу еще и еще совершать. То есть с каждым днем увеличивается желание больше и больше совершать служение. Итак, Хладини Шакти и ее функция, ее функция приносить удовольствие Кришне постоянно. Сандини — это проявление Шакти, проявление Вриндавана и так далее. И самбит — знание. Если вы... Понимаете, что у меня есть отношения только лишь с Кришной. А Саду Гуру Вайшнава относятся к этой категории Кришны, то есть Бхакта и Бхагаваны не отличные. В таком случае то есть это правильная концепция, которая должна появиться у нас. Дживатма не сходит от Кришны. Это не значит, что Кришна Адвая Янтатва делится на различные части, и дживатма от этого происходит. Нет, это не так. Нужно ясно понимать, что когда Кришна говорит, что дживатма — это мои частицы, это не значит, что Кришна делится на бесконечное количество частей, и каждая из них — это Кришна, то есть превращается в дживатму. Вы все услышали, что любая часть из вечного трансцендентного мира полна, то есть она пурна. Частица, пылинка, что бы то ни было, все они пурна, полные, полностью. Самодостаточная. Дживатма же не полна, то есть она постоянно находится в неудовлетворенном состоянии. Шакти и Шактиман не отличны друг от друга, и в этом отношении Кришна говорит эту штуку. Бесконечные дживы снисходят из Татастха Шакти, происходят из Татастха Шакти и Кришны. Татастха Шакти присутствует вечно, существует вечно. Но она не находится внутри сердца Кришны. В сердце Кришны не находится. В сердце Кришны лишь Антаранга Шакти. Таким образом, Хладини снабжает Кришну любовным взаимообменом, удовольствием. Самвит и Хладини уже были сказаны выше. То есть самвит — это знание, с помощью которого вы можете осознать свои отношения. В материальном мире присутствует то же самое, но все это в негативной форме. Если вы не можете понять этот момент, то
все повторения, все обсуждения Харе Рамананды Самвата не увенчаются успехом. Если бы Хладини Шакти не было в этом мире, как бы вы наслаждались отношениями в этом мире с друзьями, родителями и так далее? Сандини Шакти, вы видите, как построен этот мир, создан. Все это вокруг нас — это Сандини Шакти, но негативное. И все знание логическое, присутствующее в этом материальном мире, неприменимо к трансцендентному миру. То знание, которое вы получаете в этом материальном мире, необходимо забыть об этом, стереть из своей памяти, и потому что оно бесполезно. Трансцендентный мир абсолютен, а это знание бесполезно. Та гьяна, материальная сарасвати, дает вам, которая... Это называется самвит шакти. То есть негативная форма самвит шакти, которая присутствует на Галока Дхаме. Я прошу вас понять эти моменты, прежде чем мы будем продвигаться вперед. Вчера я говорил много вещей о расататве. Сейчас же Махапрабху, читание Махапрабху, очень хочет услышать о Кришна-татве и Рада-татве. Господь задает вопросы Рай Рамананду. Рай Рамананде. А Кришна-татве и Рада-татве. Прежде их любовные взаимоотношения. То есть прежде Махапрабху очень разумен. Ради нас Махапрабху задает вопросы Рай Рамананде. Пожалуйста, расскажи о Рада-татве, о Сварупе Кришне. Вчера я также коснулся этого момента. Повсюду Кришна применяет эту формулу. Только во Вриндаване это не работает. Внутри Вриндавана она не работает. Это применимо только снаружи Вриндавана, за пределами. На Вайкунтхе Бхагаван то есть это применимо на Вайкунтхе, но не во Вриндаване. Кришна не может отплатить Браджаваси, не может дать им ничего взамен на их любовь. Поэтому он постоянно в долгу перед ними. Завтра я могу рассказать об этом моменте. В Чайтанья Чаритамрите говорится, Кришнадас Кавирадж Госвами пишет наставление Кришны. Кришна награждает, наверное, каждого в соответствии с совершаемым баджаном.
Если кто-то следует Шантарасе, Сакхярасе, так далее, Кришна дает им то, чего они хотят. Но это применимо только за пределами Вриндавана. Сейчас Махапрабху задает вопрос. Махапрабху говорит, я хочу узнать сварупу Кришны. На самом деле он сам Кришна. И также я хочу узнать сварупу Радхарани. И что такое раса? Что такое према? Что это? Что это? Не мог бы ты милостиво рассказать мне об этом? Потому что кроме тебя никто не может рассказать эту татву в точности, с абсолютной точностью. Поэтому я обращаюсь к тебе. И Рай Махашая сейчас начинает понимать хитрость Махапрабху. На самом деле Рай Махашая собирается разоблачить Махапрабху. Но сейчас он говорит, я не знаю, Рай Кахе, я не знаю ничего. Рай Рамананда говорит, что я ничего не знаю. Я подобен попугаю. Я просто говорю то, что знание, которое ты даешь мне. Я просто танцую, а ты заставляешь меня танцевать. Но этот танец также особенен, как деревянные куклы на веревках, которые действуют под... руководством кукловода. Прежде это было распространено. Сейчас этого не встретишь. Мы видели, что куклы танцуют. Кто-то снутри играл и говорил за кукол. А мы думали, что куклы танцуют сами и разговаривают сами. И Рай Рамананда говорит, ты заставляешь меня танцевать. Я танцую. То есть ты заставляешь меня играть. Как деревянная кукла. Как кукла под руководством кукловода. Если ты даешь мне трансцендентную силу, и я говорю, и это должно быть в нашем сердце. Мы не должны думать так, что я все знаю, я говорю татву. Мы должны понимать, что все происходит по милости Гуру Варги. И это концепция совершенного преданного. В читании Чаритамрите говорится, Рай Рамананда говорит, Кришна — герой всех рас. Главный герой всех рас. А также он — главный аватар из всех аватар. Бесконечных аватар. Все они снизошли от Кришны аватарии. Кришна является аватари, не аватаром. Все аватары низошли из Кришны.
touch from Brahma Sankirtan. Ananta Vaikuntha, Ananta Avatar, Ananta Brahmanda Yasavar Adhar. Krishna is the resting place of all infinity material world. В Кришне пребывают бесконечные миры этого мироздания. Тело его нематериально. И все совершенства в нем присутствуют. Гьяна, вайрагья. Шесть богатств этого мира, шесть совершенств присутствует в Кришне. Все полубоги также пребывают в Кришне. Самаста деваты, девата. Он главный контролирующий этого мира. Капилджи Махарадж говорит маме, то есть никто не может действовать независимо. О, мама, Господь Солнца, то есть полубог Солнца, дает тепло. То есть полубоги снабжают людей всем необходимым, потому что они исполняют наставления Господа. Индра, Брахма, Варуна, Шанкар. Никто не действует независимо. Мы хотим показать всем, что мы независимы, свободны. Несмотря на то, что мы обусловленные души, мы все время хотим показать, что мы свободны. Но если мы поймем, обретем эту глубокую реализацию, мы осознаем, что мы под контролем. Никто не хочет быть под контролем Верховного Господа. Никто не хочет быть под контролем гуру и вайшнавами, потому что обусловлены эти души. Но чистые преданные постоянно говорят так, что мы хотим быть под контролем Верховной Духовности, под контролем гуру и вайшнавов. Это наше искреннее заключение сердца. Я могу сказать, что что-то просто словами, но в действительности наша деятельность должна подтверждать это желание. Если ты следуешь своему материальному уму, как ты можешь говорить такие вещи? Мы не должны врать, обманывать. Если мы хотим обрести лотосные стопы Кришны, если мы хотим войти в духовный вечный мир, такова наша сиддханта, что мы хотим быть под контролем Шри Гуру и вайшнавов. Мы не хотим быть под контролем Майи. Постарайтесь понять. Вкратце я объясняю это. Кришна — это Свайам Бхагаван. И, как я уже говорила, в Шримад-Бхагаватам сказано, что Кришна — причина всех причин, и все аватары нисходят из Него. И все миры этой Вселенной покоятся в Нем. Бесконечные миры. Что за пределами Кришны? Все находится, пребывает в Кришне. Все богатства в нем, все шакти, все совершенства. Постарайтесь понять, что Кришна — источник всего. 15 лет назад Рай Рамананда Самват был под
отредактирован. Как-то не очень хорошо похоже. В общем, эта книга, она очень... Она совершенна. Когда Рай Рамананда говорил с Махапрабху, когда он все это рассказывал ему, все это их разговор, то есть он полон, наверное, там есть все. Наш Шрила Сачидананда Бхактивинода Тхакур пишет, Бхактивинода Тхакур объясняет Кришна Таттву и каковы наши обязанности. И в этой штуке говорится, что Кришна — Верховный Господь, причина всех причин. Спустя, после того, как он написал Шукадев Госвами, то есть было сказано, что Кришна — это Своям Бхагаван. Кришна — не какая-то аватара. Все нисходит из Кришны. В соответствии со временем и обстоятельствам Кришна приходит в этот мир, когда это не, в этом есть необходимость для того, чтобы помочь нам. И как только Двапара Юга прошла, в конце Двапара Юги, наверное, Нарджанандан Кришна пришел сюда. И затем пришел Шачинандан Махапрабху, тот же самый Кришна, для того, чтобы... Ну, то есть обычные люди не могут понять учение Махапрабху. Он пришел сюда, чтобы даровать нам знания, учить нас, то есть на своем примере. Если я не следую всем наставлениям полностью, в совершенстве, обычные люди не смогут этого понять. Поэтому я должен следовать всем наставлениям, данным в шастрах. Это будет хорошо. Тогда обычные люди увидят, что замечательно, он тоже следует этому. Мы не хотим слушать сухую философию. Мы хотим слушать сиддханту, чувства испытывать. Что я могу делать с сухой философией? Сегодня, завтра бегаем за всем этим. Кришна — изначальный Верховный Господь. В соответствии с временем и обстоятельствами Кришна приходит в этот мир. Шри Рам, Шри Нри Симха, Ади Аватары, все и так далее, все аватары перечисляются. Хамса Аватара, Паруша Рам, Вьясаджи, Шри Рам, Нри Симха Вараха Аватары. Все эти аватары, но Кришна Парапурната. Все аватары, бесконечное количество аватар нисходит, исходит из Кришны.
когда Кришна совершает расалилу, все аватары пребывают в Кришне. Но когда начинается расалила, все аватары выходят из Кришны и находятся отдельно, и только Нанда-Нандана Шри Кришна остается. Все шесть разных видов аватар, знаете вы или нет, есть шесть видов пракара-аватар, пуруша-аватар. Первое — это пуруша-аватар, второе — лила-аватар, гуна-аватар, манвантара-аватара, юга-аватара, шакти-авеша-аватара. То есть существует шесть видов аватар. В Рай-Рамананда-самбад Пуруша-аватар, лила-аватар, гуна-аватар, манвантара-аватара, йога-аватара и шакти-авеша-аватара. Сейчас я могу привести пример каждой из них. Пуруша-аватар. Пуруша-аватар, санкаршан. Карна-Кашай-аватар. Вторая. Второе. Первое — это Санкаршан, потом Прадьюмна-Вишна. Все бесконечные шакти Кришны могут присутствовать в нем. Ича-шакти, могущество, Крия-шакти, то, что Кришна хочет делать, Гьяна-шакти, все знание пребывает в них. Савиги означает «никто». Не говорит ни о чем Кришне, имеется в виду, он ниоткуда внешнего не получает, никакого внешнего источника информации нет, потому что Кришна знает, что происходит в каждом уголке этой бесконечной Брахманды. Он обретает полным знанием. Он всеведущ. Бесконечные шакти. Как вы можете вспомнить, часто я произношу эту шлоку из Веда Стути. Это прекрасный шлока. Когда Кришна проявляет свою шакти, вы можете обнаружить, что в этом присутствует различие, множественность. Сила желания, ича-шакти, крия-шакти, действие. Гьяна-шакти. Ича-шакти означает, когда Балдауджи Махарадж, несмотря на то, что он не отличен, почти не отличен от Кришны, тем не менее, Кришна обладает силой желания, поэтому Балдауджи Махарадж не может понять, почему Гомата, коровы бегут к старшим телятам, в то время как
У них есть маленькие телята, которые родились позже. Баладжи Махарадж не может понять, глядя на эту сцену, в чем дело. То есть сила желания, то есть имеется в виду свобода воли, наверное, полностью принадлежит Кришне. Все принадлежит Баладжи Махараджи. Трон, зонтик, подушки, кровати, все, тапки, все принадлежит энергии Кришны, все принадлежит энергии Кришны, даже все парикары, вайшиштхи, с которыми играет Кришна, на самом деле они не сходят из Баладжи Махараджа. Я уже сказала Пуруша Аватар, Каранда Кашай, Кширда Кашай. Лила Аватары. Много существует Лила Аватар. Я могу привести примеры. Чатурша Нарада, Вараха, Нара Нараян, Капила Дев, Дататрея. Ришабхадев, Притху, Шри Нрисинга, Курма, Данвантари, Махини, Ваман Парашарам, Шри Рамачандра, Вьяс, Баларам. Все они Лила Аватары. Some discussion already Lila covering Lila Avatar. But still, о Лила Аватарах мы уже кое-что говорили. Но Ясудева Госвами, Нарада, они Бхакти Шакти Авес, Авеш. Ясудев Гьяна Шакти. То есть в этом вы можете найти различия, множественность. Сейчас я расскажу о Манвантара аватарах. Вы уже знаете, что существует 14 видов Манвантара аватар. Когда они уходят, приходят новые. С новым правительством. Шамбу аватара — это первая аватара. Затем Хари явился, чтобы спасти Гаджандру. Это одна из его Манвантара аватар. Вамана. Также Сарвабхаума. Ришабхадев. Ишваксена. Дхармасету. Судама. Йогешвар. И 14-я Манвантара аватара. Индра. С
Саварни приходит. Не совсем расслышала. То есть они контролируют, управляют 14 аватар. То есть Бхагаван принимает облик одного из них и приходит в Сатья-югу. Белого цвета Вишну не сходит. Затем в Сатья-югу. То есть Сатья-югу в белого цвета является Господь. Шукла-варна Вишну. В Трета-югу. Ракта-варна Вишну. Два пара юга. Шьяма-варна Вишну. И в эпоху Кали Питаварна Вишн. Таким образом, мы можем обнаружить, что существует много разных видов юга-аватар. Также у нас есть информация о Шакти-Веш-аватар. Притху Махарадж. Он управлял всем миром. Шешдев также управлял всем миром. Такой силой, могуществом он обладал. На небе, если мы посмотрим, небо, луна, бесконечное количество звезд. Кто же все это этим управляет? Кто все это держит? Но мы даже не задумываемся над этим. Кто же организовал все это таким образом? Кто поддерживает это? Все держится на Анантадеве. Он поддерживает все. Если мы посмотрим в небо, увидим бесконечное количество планет, звезд, но мы не увидим Анантадеву, потому что это невозможно для нас. Потому что у нас нет такого видения. Наука не может объяснить его присутствие. Потому что логические интерпретации тут неприменимы. Читракету Раджа обладал особой мантрой, которую его наделили. «Ом намо Бхагавате Васудевая». Это было давно в Сатья-югу. В то время он получил эту мантру. И он повторял ее. И достиг успеха. За 7 дней он увидел, все есть так, как оно есть на самом деле. Все увидел ясно. Он увидел полубогов, девов, гандхарвов. Очень ясно. Он видел полубогов. И также он видел Анантадева. Если мы с нищим сможем обрести милость Анантадева, мы увидим весь мир таким, как он есть. Не только Арджуна смог увидеть Анантадева. Имеется в виду Хари Ананта, Хари Рупа Ананта, Хари это Ананта, и имя его бесконечно, и Сварупа его также бесконечно. Это непостижимо. Вы хотите с помощью своего разума сейчас постичь Анантадева? Он непостижим, он бесконечен. Если мы подумаем о своем состоянии нынешнем, нам станет стыдно, потому что мы настолько крошечные в сравнении с его могуществом. В связи с Анантадевом мы можем поклоняться, наверное, Джаганнату. Поэтому необходимо, чтобы Анантадев пролил на нас свою милость, чтобы наш путь, наше движение было успешным.
я могу обрести высочайшую расу. Это доказано. Да, это все доказано Верховным Господом и Его преданными. Но любое движение, любое достижение, которое вы хотите обрести, вы должны прежде поклоняться Анантадеву, иначе, если вы не снищите Его милость, ваши усилия в баджане будут бессмысленны. Не пытайтесь хитрить с гуру и вайшнавами. Если вы не совершаете баджан, хорошо, но не старайтесь обманывать гуру и вайшнавов. В таком случае все будет кончено. Не сегодня, так завтра вы поймете, что есть баджан, стараясь изо всех сил, если вы избежите этого. Таким образом, только лишь в связи с Анантадео мы можем поклоняться Джаганнату. Если в вашем сердце место для Джаганната, чтобы пригласить его, чтобы он смог сесть там, восседать в вашем сердце. Нет, потому что Анантадев еще не появился в вашем сердце. Прежде должен прийти Анантадев, и затем мы можем пригласить Джаганната. Таков обычай, таково правило. Таким образом, мы должны быть очень внимательны по поводу Сиддханта Вичара. Различные аватары я перечислил. Шакти Авеша аватара также делится на главные и вторичные. Шакти Авеша аватар. Главные и вторичные Нарда, Притху и так далее. Когда вы думаете о вторичных и... Главное — это Шешдев. Он относится к главным аватарам. Шанакади Риша. Нарада пытается обрести бхакти-шакти. Бхагаван дарует ему силу творения. Анантадев держит все это мироздание, землю держит. Шешдев обретает Сева Шакти, то есть силу служения, могущество служения. Парашурам разрушает негодяев, разрушает грешников. Разные существуют аватары. Но Сваям Бхагаван Шри Кришна, Он изначальная причина всех причин, и никто не равен Ему, и тем более никто не превосходит Его. Кришна — источник всех рас. Все расы пребывают в Нем. В соответствии с временем и обстоятельствами, Кришна устраивает взаимообмен с различными своими преданными, как с Яшодой, с мамой, с Нанда Бабой. Что сделал Нанда Махарадж, что он получил сыновья самого Кришну? Какие аскезы совершала Яшода Ма, так что Кришна
вкушает ее грудное молоко. Мы поем в Гаудия Киртане, но вы не поете, я знаю, день за днем. Бхактивинода Такур написал настолько прекрасные киртаны, вы будете плакать, читая их. Если вы обретете это чувство в своем сердце, вы сойдете с ума. Если вы хотите служить Верховному Господу, Нада-Надане Кришне, Яшода-Надана Кришну, вы должны служить им с помощью Кама Гайатри, Камбиджо. Столько красоты, силы, могущества пребывает в Кришне. Нигде больше. В Нарайне также присутствует много все эти качества прекрасные, но в Кришне Кришна обладает особыми качествами. Кришна сам сходит с ума, видя свою прелесть, свою красоту. Однажды Кришна захотел увидеть свое отражение в кристальной колонне. Он сказал, кто это? Кто он? Он хотел обнять сам себя. Я хочу обнять его, поцеловать. Никакая философия не сможет понять, заставить вас понять это. Единственный совет, который могу вам дать, вы должны совершать баджан под руководством гуру и вайшнавов. Не бегайте повсюду. Вы просто можете убить себя этим. Так что почувствуйте себя полностью опустошенными. Даже сам Кришна сходит с ума, видя свою красоту. Он хочет наслаждаться сам собой. Даже в Бхагаватам, я не сочиняю истории, это сказано в Бхагаватам. Однажды в Двараке Кришна увидел себя в кристальной колонне. И подумал, кто же он? Таким образом, Кришна-таттва непостижима. Я могу лишь прикоснуться. Это океан красоты Кришны. Я могу только лишь прикоснуться чуть-чуть к этому. Гопики, гопи, они не могут удовлетвориться, просто глядя на Кришну. Видя его, они испытывают еще больше и больше жажды видеть его вновь и вновь. Они гневаются на самих себя. Брама глупец. Он все тут создал, все должен был предусмотреть, но он не понимает, как надо было создать наши глаза, какими надо было сделать наши глаза. Они постоянно моргают.
Рама, он глупый, не смог, да, дано всего два глаза, не смог сделать так, чтобы у нас было миллион глаз. И те, они обладают дефектом, постоянно моргают. Махарадж рассказывает английский стишок. И гопи ругается. Брама, он не знает, как это все с технической точки зрения создать, имеется в виду, как сконструировать. Что мы можем вообще этими всего лишь двумя глазами разглядеть, да еще и теми, которые моргают. В Чайтани Чаритамрите сказано, Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, то есть мы, наверное, Кришна использует натуральную косметику, то есть какой-то фрукт он использует, с помощью которого его щеки становятся румяными, красными и так далее. Итак, Кришна с флейтой в руках, когда он достигает возраста Навакишора, он Натавара, все привлекающим. Никакая женщина не может избежать влечения к нему. Никто не может остановить свое влечение. Поэтому он зовется Кришна, Навакишор. И лила эти подобны человеческим. Если Кришна являет какую-то расу в форме Нараяни, она не совершенна, не превосходна. Когда он подобен человеку, но совершает свои лилы, вот в этом совершенство. Когда Кришна, как маленький ребенок, убивает путану, тринаварту, он не принял форму Кришны и не стал сражаться с демонами. Нет, вот в этом сладость, в этом уникальность. Потому что он может создать различные состояния, так различные настроения, переживания у преданных, так что мы тоже в это погружаемся и испытываем их, так что Кришна, маленький мальчик, что с ним сейчас произойдет, то есть мы переживаем за него. Таким образом, Кришна являет свои человекоподобную форму. После того, как он убил путану, Яшода мама плачет, берет Кришна на Кришну, Гопала на Кришна и кормит его грудным молоком, он засыпает. В этом уникальность. В том, что когда Бхагаван являет свои человекоподобные лилы, они наиболее вкусные, наиболее вкусные. Кришна совершает
эти лилы, не меняя свое тело, имеется в виду, что пребывая в форме Кришны, в образе Кришны. Натавара, все привлекающие. Подобно человеку. Когда Кришна отправляется в Матхуру, Двараку, Девакинандан Кришна, он становится Девакинандан Кришной иногда. То есть он чувствует себя кшатрием, но во Вриндаване у него нет оружия, у него только лишь флейта, в то время как в Двараке, чувствуя себя кшатрием, он, у него есть оружие. Красота, Айшварья, Мадурья, сладость, Видагда, он очень умен. Он знает, где и что, когда делать. Внутри Враджендра Нандана пребывает для того, чтобы удовлетворить всех ядувамши, он отправился к ним. Время от времени Кришна являет различные лилы. Но Бхакти Расамрита Синду, Махапрабху, слушая о славе Кришны, есть много, то есть много сказано было Рай Раманандой. Как Видьяпати и Чандидас, когда такие личности пишут, нам не понять то, что они пишут. Для того, чтобы понять, нужно долгое время ждать, совершать баджан. Когда мы достигнем определенной стадии, мы сможем понять. Махапрабху сейчас в слезах и говорит: «Сладость, сладость, Матхур! О, Рамрай! Сердце мое охлаждается, наполняется блаженством. Что я хочу знать от тебя? Сейчас я знаю все, и ты рассказал мне. Сейчас я знаю. Я хотел знать так много. Я благодарю Сарвам Бхаттачарью, того, кто сказал мне прийти и встретиться с тобой. Он он любит меня, поэтому он сказал мне встретиться с тобой, и я познал эту расататву. Сердце мое сегодня наполнено блаженством. Я узнал то, что я хотел. Но Райра Махашай, выражая смирение, говорит: «Прабу, я Шудра. Какой шакти, о чем ты говоришь? Откуда у меня вообще сила что-то тебе рассказать? Как я могу тебе что-то рассказать? Я говорю в соответствии с тем, на что ты меня вдохновил». Таким образом, в Нарайане полубоги обладают, то есть полубоги обладают различными качествами, Брама и так далее, но в Нарайане есть особые качества, непостижимые,
непостижимое могущество, бесконечное могущество, бесконечные Брахманды. Он может создавать, являть. Самаста аватара — это семя всех аватар, то есть из него исходят все аватары. Когда атмарамы получают наслаждение, наслаждаются внутри сердца. Для них служение Нараяне очень естественно, то есть они испытывают влечение к Нараяне. Только Кришна. Атмарамы могут испытывать влечение к Нараяне. Но в читании Чаритамрите сказано, что эти атмарамы также теряют свой покой и свое умиротворение, потому что в Кришне пребывает все совершенство. Вы должны помнить эту шлоку, не забывайте ее. Завтра я расскажу о чем-то особом. Кришне, Рада Татве, Према Татве. Сейчас я делал, я подступал к этой теме. Сегодня я говорил о шлоке из Бхакти Расамрита Синдху, но объясню ее завтра. Все знают эту шлоку. Ашаман Ордхо Рупо Сри Бисма Пита Чара Чара. What is the excellency? I can explain tomorrow. Завтра я объясню. Going to attract whole world, Бисма Пита. Как Кришна привлекает весь мир. Насколько он совершенен. Есть одна особенность в Кришне. Я расскажу об этом завтра. Рупа Мадхури, Лила Мадхури. Ананда чинамайо расо пратибхавита вир ставир я ива нижарупоттая калави голоко голоко ива нивасати акхилатма бхуто говиндамади пурушам тамахам бхаджами. Ананда чинамая расо пратибхавита вир ставирья ива нижарупоттая калави голоко ива нивасати акхилатма бхуто говиндамади пурушам тамахам бхаджами. Ванча калпатарвасе кипасинд бхавачо патитанам павана бхавишна бхё намо.